Итак. Не затягиваем нашу программу и приглашаем на сцену Алексея Петренко, Шандрова Максима из «Аргонавта». Добрый вечер, уважаемые гости стартап-шоу. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть наш ресурс правовой «Аргонавт». И перед вами на сцене Максим Шатров. И Алексей Петренко. Прошу внимания на экран. По-прежнему большинство моих современников ездит на работу в метро и на электричках. Живет в малогабаритных квартирах и вместо выходных трудится на дачах. Да, дефицит ушел в мир иной, но его спутницы, очереди, как видите, прекрасно сохранились. Как же все-таки нас много, и как мы устали от всего этого. Анатолию Ивановичу нужен капремонт, Оленьке нужно в детский сад. Ее маме нужно зарегистрировать брак с Виктором, а Виктору нужно выкупить помещение его магазина у города. Тому расселение, этой алименты, детям в школу, бабушке дорогостоящее лечение. Чтобы не толкаться локтями, созданы порталы онлайн-записи на госуслуги. Записались? Ждите ответа. Ждите ответа. Посмотрите на эту бедную девушку из техподдержки портала госуслуг. Только за сегодня она приняла 1000 обращений. Пожалейте ее, люди добрые. Не бейте злыми отзывами. Не жмите больно на красную кнопку. Да, не все у нас пока работает как часы. Решение проблем затягивается. Количество бумаги растет, а время уходит. Но выход есть. Для этого создан наш общественно значимый ресурс «Аргонавт». Здесь помогут решить проблему каждого. И жителя Москвы, и далекого региона России. Не безликие компьютеры, серверы и порталы, а люди. Профессиональные юристы составят и направят письма, иски, апелляции во все вышестоящие органы госвласти. Наши лучшие адвокаты защитят вас в суде в любом городе страны и обязательно добьются результата по самым актуальным вопросам. Наш ресурс «Аргонавт» — это собственный юридический колл-центр, каталог юристов по каждому региону России, единое качество обслуживания по филиалам, помощь для всех, от молодежи до людей преклонного возраста, от малого до крупного бизнеса. «Аргонавт» — шаг вперед к развитию гражданского общества. Ну, надеюсь, вам всем понравилось видео. Коротко о наших конкурентах. В настоящее время набирают популярности сервисы, которые позволяют сделать онлайн заявку на консультации юристов, сделать документ в конструкторе документов, либо выбрать себе адвоката из целого каталога. Но нет ни одного проекта, который включает в себя весь спектр услуг, который представлен на «Аргонавте». Немного о монетизации, само собой. В настоящее время в своей основе мы получаем доход из абонентского обслуживания и с комиссий на реализацию заявок от сторонних юристов, то бишь партнеров «Аргонавт». Предполагаемые инвестиции в наш проект составляют от 16 до 45 миллионов рублей. Зависят от охвата рынка и масштабности его в целом. Вот. Коротко про нашу команду, пока нас немного. Алексей Петренко, наш директор проекта и главный идеолог. Я, Шатров Максим, директор по развитию и по бизнес-процессам. Колесова Елизавета, наш маркетолог. И, конечно же, Павел Бычков, наш текущий трафик-юрист, который уже обрабатывает заявки на портале. Собственно, если у вас есть вопросы, будем рады рассказать о проекте более подробно.
Да, проект готов, готовы к его обсуждению. Спасибо. Всем спасибо.